Роза на штамбе. Это форма розы, созданная только самим человеком. Штамб состоит из трех частей. Корень шиповника, побег шиповника, это нога, и сортовая часть. Несколько прививок на конце побега шиповника. Это самая красивая часть штамба, сортовая роза. Она цветет шапкой и дает эффект чуда розового дерева. У меня молодой штамб осенней посадки. Перезимовал он прекрасно. Приступаем к его формирующей обрезке. Обрезка штамба всегда идет в соответствии группы привитого сорта розы. Это сорт Амаш Абарбара, чайно-гибридная роза. И хотя форма ее цветения ближе к флорибунде, цветет она кистями. Имеет изумительно богатый темно-красный цвет с оттенком бархата. Центральный побег я удаляю сразу, чтобы не было загущения. Форма обрезки должна соответствовать сорту чайно-гибридному, то есть иметь форму чаши. Всю длину побегов я выравниваю в один круг. С разветвления убираю центральные побеги, чтобы было свободное цветение боковых побегов для его объема. Пока штамп я не подвязываю, даю возможность восстановить в наклоне сукодвижение и вырасти новым почкам.